Овен. У вас сегодня день плодотворной, кропотливой работы, которая способна принести вам удовлетворение как моральное, так и материальное. Телец. Отложите бесконечные дела, на время забудьте об обязанностях и посвятите его общению с близкими людьми и заботе о своем здоровье. Близнецы. Осень вступает в свои права и настраивает на расслабленность и мечтательность, поэтому воздержитесь от дел, требующих собранности. Рак. Звезды благоприятствуют общению и обмену светлыми эмоциями. Отложите все суетное и отправляйтесь на встречу с друзьями или долгожданное свидание. Лев. Непростой день, следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Проблемы могут возникнуть только из-за торопливости. Дева. Не теряйте сегодня голову даже от успеха. Одно неосторожное слово может стать причиной многих недоразумений и ненужных слухов. Весы. День обещает быть ярким и запоминающимся. Не исключено, что некоторые производственные отношения из деловых перерастут в дружеские. Скорпион. Постарайтесь сегодня возобновить работу над прерванным проектом, способным принести ощутимую выгоду. Остальное пока подождет. Стрелец. Наберитесь терпения и займите выжидательную позицию. Опыт преодоления станет надежным указателем в лабиринте важных событий дня. Козерог. Ваш оптимизм и философский взгляд на жизнь поможет найти там, где другие теряют. Напряженная работа принесет весомые результаты. Водолей. Грядет день позитивных тенденций. Не упустите возможность и преобразуйте их в реальные достижения. Рыбы. Если засомневаетесь в правильности принимаемого сегодня решения, доверьтесь советам близких вам людей или собственной интуиции.